Всем привет, ребят! Многие ВКонтакте просят меня снимать влоги. Ну, я не знаю, хотите вы их смотреть, нет? Но все же я попробую, так что это мой первый влог. Снимать его буду, блин, на обычный iPhone 5S. iPhone. Да, на iPhone. Редактировать видео, монтаж, так далее. Всякую бред, короче, с видосами я буду делать же на нем. То есть, там будут всякие странные смайлики, типа вот этого. Короче, сильно не судите строго. Ну и смотрите, чем я занимаюсь весь день. Так, ну что, ребята, вот я и на работе. Пора вам рассказать, как прошел мой день. Значит, что? Сначала я проснулся, все было хорошо, сходил на работу. Потом я пошел в 8-ю школу на репетицию к 5-му Б-классу. Мы там ставим танец. Посмотрим, как у нас все прошло. Репетиция в 8-й школе, 5-й Б-класс. Бейс раскинули. Давайте, волна! Пошли! Ну, чё спим? Быстрее! Вот так вот по цепочке! И? На счет три прыгаем. Поспешила. Ну что, Вася, в школе все нормально. Потом мы пошли на тренировку. На тренировке было все, в принципе, круто. То же самое, смотрим момент с тренировки. Вот Ваня крутит гелик. О, нет, Ваня упал. Ваня, иди. Давай. У нас сегодня день рождения. А ну отошли, Ваня. Давай. Поздравляй. Ну! Поздравляю. Ну, вот и почти конец тренировки. Они дергаются, вот они. Блин, пальцем ты. Вот они, да, вот именно. Вот, хотелось бы еще поделиться парой видосов со вчерашнего вечера. Вчера мы ходили в металлтехникум заниматься немножко гимнастикой. Пару сальтосов смотрим. Какой момент! Сука! Раз, два, три! Победа! Что же, вот еще пару ржачных моментов. Перед тем, как снять начало этого влога, у меня было много неудачных моментов. Смотрим, какие они были. Ну что, ребятки, всем привет. Ну, за много времени ВКонтакте меня просят многие сделать... Всем привет, ребят. Ну что, многие ВКонтакте меня просят с ним... На этом первый влог закончился. Подписываемся на мой инстаграм, твиттер, ВК, ютуб. И ставим большие пальцы вверх. Чувак! Думали, это все. Нет, забыл сказать, ссылки в описании.